18-летняя Билли Айлиш, Милли Айлиш, впервые вышла на сцену церемонии вручения премии «Оскар». Певица осталась не в восторге от своего перформанса. Билли вместе со своим братом исполнила легендарную композицию группы Beatles «Yesterday». Девушка посвятила трек всем звездам, которые недавно ушли из жизни, включая Кирка Дугласа и Коби Брайанта. Зрительный зал с восторгом встретил исполнение юной певицы, но сама она раскритиковала свой номер. «Мне было плохо во время выступления на «Оскаре», меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», поделилась Билли в интервью New Music Daily. Исполнительница отметила, что на Грэмми чувствовала себя более комфортно. В зале тоже были музыканты, и со многими из них девушка уже была знакома. Айлиш также поделилась архивным фото, показав свою комнату тех времен, когда она еще не стала звездой. Тогда Билли была фанаткой Джастина Бибера. Сам канадский музыкант в интервью признался, что готов всегда поддержать Билли, чтобы ей не довелось пройти через все те сложности, с которыми столкнулся он. Посмотреть на оскароносное выступление Билли Айлиш можно здесь. Певица выбрала рисунок 16-летней россиянки для обложки глянца. Звезда завоевала Грэмми во всех главных номинациях.